Ховринскую заброшенную больницу строили 5 лет с 1980 года. Простояла она 33 года в заброшенном состоянии. И теперь подходит к концу ее история. Здание площадью 100 тысяч квадратных метров стояло на участке почти в 2,5 гектара. Сегодня, 19 января 2019 года, мы посмотрим, что происходит на этой территории. Посмотрим на котлован основного здания. Сегодня нам придется взглянуть правде в глаза. Никаких 4 подземных этажей в больнице не было. Возможно, такие байки ходили с целью придать еще больше зловещности и загадочности этой заброшке. Подвал больше не копают, а уже засыпают землей. Полетов над еще не разрушенной больницей, а также разные этапы ее сноса, вы всегда сможете найти у меня на канале. Все ссылки я положу в описании.